Paul, isso é uma década. Трек, текст, который я написал первоначально в году 96-м, после того, как мы с нашим другом Сашей Логиным провели какое-то время в Праге. Давай, быстрее. Нет, я буду долго теперь разговаривать, вот. Пока вы сами не заткнетесь. Вокзальная площадь, не знает память, измеряемые приборами простыми подсоединенными столбными крепления константин иона. График, костюм, неброский, темное поле, сам покрытое иным блеком. Тонким слоем он распределяется по поверхности маслянистыми. Зеленые плоскости по шляпке грибачьими словами. Пустоты, зловещие поле из хвои, кусты дома и костолупоглазые люди, обидно сдабривающие свою плоть, желтоватым пивом, чаем из воска и мясом холодным, под водочку молодую. А там все как прежде, цветет малина, трамвай застрял в проходе старинного улицы, по вине бездомного пса, похожего на своих незаримых натых больших и мелочек. Продолжается деятельность водопровода, почты и магазинов детских полутемных. В поле выходят овцы, милиция спит крепко, да молодежь продолжает свое шевеление.